Общими усилиями красногорцев с территории муниципалитета только в минувшую субботу вывезено более 1000 кубометров мусора. Итоги месячника благоустройства подвели на очередном еженедельном совещании в администрации округа. На собрании также рассмотрели обращения жителей, поступившие на портал «Добродел», и выслушали отчеты глав управлений, ответственных за привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. Уже в мае предприятие КНАУФ откроет в Красногорске новый цех по производству модульных блоков для проекта «Новый дом». А в июне распахнет свои двери ФОК имени Владимира Петрова, отметили на рабочей встрече. В 2019-м в Красногорске сдадут в эксплуатацию Центр «Созвездия», его новое здание, стадион-машиностроитель, музыкальную школу в Павшинской пойме, строительство социальных объектов, приоритет и в регионе, и в округе.